что, просили вы бифри? Та-дам! Как фея крестная, я сюда пришла, и сейчас будем делать обзорчик. Что стоит брать? Кстати, я там на сайте тоже увидела такие классные штанишки. Я надеюсь, что в магазине все-таки они не есть. И не все еще продали. Погнали. А что тут, оказывается, мужская коллекция есть? А, я теперь буду ждать ваших лайков и пойму, мужской обзор вам точно нужен? Красавчик. Глаза разбегаются на самом-то деле, потому что бифри более заточен на молодежь. При этом те, кто любит casual стиль, спортивного очень много. И, конечно же, много сочетаний – это тренды. Давайте рассмотрим, что бы я точно вам рекомендовала. Но не могу не сказать, чтобы точно не рекомендовала. Извините, это мы не берем. Это уже, знаете, такого прошлого времени. Во-первых, мода, она циклична. Вот это вот отходит. Хотели поделиться она пополам? Привет, здрасте. А почему бы и не да? Ну, почему бы еще не добавить объема? Давайте добавим сюда груза. Видишь, что у нас как раз животика. Еще такой мини-юбочкой. Ну и все, идти прям покорять мир, чтобы показать все лучшее сразу. Насколько, говорю, вот это можно по-другому счесть и сделать, наоборот, еще более лаконичным образом и красивым. Но не вот так, не берем. Классные футболки. Вот за это хочется сказать точно берем. Настолько правильный рукав. Правильная цветовая передача, ничего лишнего, нет никаких нагромождений. Хотела бы даже показать, насколько разноплановая здесь цветовая гамма. Цена вопроса вообще просто по-божески, 999 рублей. Однозначно, для начала вклада в вашу базу я рекомендую. И вот прям можно показать. Посмотрите, посмотрите. 6 цветов базовых, подходящие абсолютно во все. От графитового до трендовых, которые с серыми оттенками, бежевые, которые будут улучшать цвет вашего лица. В общем, идеально. Однозначно берем. Вот классненько, да, смотрится? Что мы сделали? Обожаем монохром. Он первым делом вытягивает ваш силуэт, делает такую статику. Помимо того, добавляя, если вы аксессуарами обыграете яркими, будет идеально смотреться. Я говорю, берем, несмотря на то, что это трендовая юбка. Интересная, с карманами. Только одна такая, как, знаете, поправка. Аккуратно с девушками, у кого бедра. Формы груши, да, тип фигуры, осторожно, она много может создать вам объема лишнего. И девушкам невысокого роста, кто от 1,50 м до 1,58 м. Также данная юбка может вас сделать ниже. Тогда либо вытягиваем, именно одеваем каблучки, либо ботфорды будут здесь тоже очень классно смотреться, либо ботильоны. Вот так нежно, сейчас еще такую верхушку можно к ней подобрать, гляну какую, знаете, такую косухочку сюда хочется, либо свитерочек еще сверху. И вообще очень уютный, классный образ. Берем. На самом деле, мне не просто так захотелось бифри и вам зайти, зная, что много молодежи смотрит, и мама молодежи, и я тоже мама своего ребеночка. Смотрите, 5999 эко-кожа. Это сейчас трендовая, знаете, такого, что взяли у своего дедушку кожаную, именно куртку, не косуху. Что мы можем здесь спокойненько? Такие джинсы рабочего, когда потертые. Здесь бы очень классно будет это кепи, кепку надеть. Да, что еще надо? Если шляпа, это будет лишнее. То еще будет классно, моя любимая шапка бини, которая подходит просто абсолютно ко всему. Я говорю однозначно, берем этому образу, мне очень-очень нравится. Я уже прям, знаете, хочется уже посмотреть, как это будет смотреться на мне. Вот, вот она вещь. Тоже косуха, правильная. Смотрите, такой со стороны, оно потертости, как будто под старину. Сейчас это все в тренде, актуально. Но при этом это базовая вещь, которая сослужит вам, ну, признаюсь, минимум, ну, 5-6 лет. Вообще, в идеале, чтобы базовые ваши вещи, они были вкладом на долгое время. Посмотрите, правильный крой, двубороты, отсек, плюс на одну сторону. Все есть, однозначно берем. Мне очень нравится. А вам? Вот оно, что мне очень еще нравится в таких моментах. Посмотрите, когда в магазине вам сразу как нативно предлагают. Вы можете посмотреть вот к этой косухе, например, два вида кепок. Все, вы уже посмотрели, а давайте добавим, например, джинсы. Иногда стоит в магазине смотреть, а что висит рядом друг с другом. Как это будет комбинироваться? Такой, знаете, некий от меня добрый лайфхак. Тогда, я думаю, будет большего сочетаний в одежде. Смотрите. Следующие, да, моменты. Вот 100% синтетика, сразу чувствую. Это тренд. 2000 рублей. Это еще со скидкой было 2599. Скажу так. Это еще висит здесь. Но уже с разными деталями, которые портят внешний вид.
Если я говорю, вещь должна вас украшать, это ровно тренд. Я скажу этому «не берем», потому что уже вижу, что оно с любой потертостью, либо даже капля упадет, все, все будет как грязная хрюшка-заморушка. Не стоит, не берем. Ой, я прям такая трендяшная, классная, красивая. Представьте, тут не платье, здесь такой у меня бельевой топик, одели джинсы, мне прям тут косуху хочется и прям покорять мир. Время, когда комфорта, удобства, элегантности и все это в том, что вам каждый день было... Знаете, я хочу сказать, чтобы вы каждый день себя кайфовали, не чувствовали, ой, мне сковано в этой вещи, или эта вещь меня украшает, то однозначно тогда выбираете джинсы по вашей фигуре. Тогда не возникнет вопросов, ну, насколько мне это идет. Ну и, конечно же, кто вам в помощь? Ваша фея крестная, Балила Эксю, стилист и имиджмейкер, не забываем. Давайте, конечно же, по трендам. Не просто так вы всегда можете видеть и на манекенах вещи, которые являются на данный момент именно трендами. То, что задает моду. Здесь мы видим два пересечения. И когда у нас в виде именно двойного, видите, отворота, это джинсы, плюс это как будто у вас юбка, сниженная талия, будет, конечно, это все вас рубить, ваше тело. То есть не будет единым, что откуда у вас идут ноги. Я любитель, который база, скажу, что это очень трендовое. Классные джинсы, но у меня есть вопросы, что вы хотите здесь сделать? Первый слой, второй и третий. Ноги сразу укоротите себе на минимум 10-15 сантиметров. А оно вам надо? Трикотаж. Очень классное на самом деле платье. Да, в состав есть и полиэстер, и вискоза. Цена вопроса 3599. Я говорю, эти платья берем, потому что очень здорово можем их обыграть с ботфордами, с казаками. Очень здорово будет смотреться также это и с ботильонами. И не забываем о том, что силуэт удлиняющий, длина миди идеальна, а это именно та самая длина, которая ниже колена, создает вам женственность, элегантность. И такой, знаете, прям вариант того, что вы та самая женщина, которая любит себя. Я говорю этим двум платьям однозначно «да». Берем. Мне очень нравится это пересечение тренда и базы. А все вместе посмотрите, как смотрится, ну, дорого. Потому что светлые оттенки, я хочу вам сказать, они всегда будут привлекать внимание. Когда на вас больше белых, бежевых, молочных оттенков, это такой вам лайфхак, всегда образ будет смотреться роскошней и дороже. А здесь это сочетание с трендом, то будет просто, знаете, так еще сумочку светленькую, либо акцентные, конечно же, ботиночки, лоферы можно будет одеть. Ну, их точно накинули потом косуху, когда будет попрохладней. И ваш образ заиграет просто дороговизной. Говорю, этому образу берем. Вот вам сразу захотелось наглядно собрать образ, которому я говорю «берем». Потому что это сочетание и трендов, и базы премиального качества. Здесь лонг стоит всего 2999 рублей. Признаюсь, что раньше я таких классного качества не видела. Состав здесь 100% шерсть мериноса. Это очень классная и качественная вещь. На удивление, но я прям покажу, что за 2999 рублей. Это прям шикарная цена. Посмотрите сочетание, все это с правильной юбкой длины макси. И при этом она вытягивает силуэт, потому что такая тонкая. Я вам покажу, здесь именно линия вертикальная, которая создает вашему силуэту такую статику. Ну, я прям на себя вот так вот. Вы знаете, мне прям хочется на себе, кстати, померить. Если вы хотите, я это сделаю. И это очень роскошно смотрится. Однозначно, всему образу говорю, берем, если мы хотим выглядеть просто на миллион. Классные, казалось бы, пиджаки. Базовые, но неправильная длина, поэтому я не советую, говорю, не берем. Выбираем пиджак, я вам покажу, который либо укороченный, либо правильный, удлиненный, вытягивающий силуэт и подчеркивающий ваши шикарные ноги. Не берем. И такая нежнота! Я что-то вообще, честное слово, давно не делала обзоры в BeFree и не заходила, потому что они сейчас сменили концепцию. И я этому очень рада, что именно на хороший состав, на правильные ткани, на базовые моменты, которые будут, ну, долго служить. Я хотела сказать, потрогайте. Ну, знаете, насколько приятное. Здесь состав и прекрасный, и шерсть, и вискоз. Вообще, да, просто невероятно. И оно в трех цветах. Я прям тащусь. Честно, посмотрите. Посмотрите.
И это все, я говорю, берем, мне даже глаза, мне кажется, горят не так, потому что самой это нравится. Очень красиво, даже смотрите, мурашки по телу. Я реально балдею от своего дела. Та-дам. Та-дам, и все идет, да? Та-дам. Ну, надо подумать, это, знаете, как будто, что же я выберу? Мне очень нравится, однозначно всем три, я говорю, берем. И вам советую, за такую цену, 2799 рублей, пока есть, я точно советую вам брать. Как хорошо, что подписчики попросили, да, в Бифри. Так бы я, может, и не зашла, подумала, какая-нибудь там ерундистика, а тут бац, и так классно вообще. Все бы ничего, это тренд, цвета мне нравятся. Смотрите осторожно, чтобы тело только не делало. Вот прямой, да, цвет? Классненько. Вы помните, я всегда говорю, трендом есть место быть вашим. Именно в гардеробе. Но здесь длина, которая может поделить ваше тело. Что нужно для этого сделать? Либо правильные джинсы, которые удлиняют ваш силуэт. Ни в коем случае не трендовые на заниженной талии. Тогда с такими точно свитерочками вы поделите свое тело пополам и будете 50 на 50. Не советую. А так, таким свитерочком я говорю, берем. Помните, это же все назад прошлое. Вот это вот шторки, да? Вот это вот, которое все мнется и шуршит. Ой, моя любимая. Как я обожаю. Как... Ну, как я вам? Хоть та-дамушки, Ксюшу с большими бедрами заказывали. Конечно, говорю, этой юбки нет. Всегда будьте осторожными с такой именно формат юбки, когда это полусолнце и солнце. Оно всегда добавит вам объема. Даже если вы с фигурой песочные часы. Я всегда с осторожностью к таким юбкам. Лучше, чтобы было меньше делений, либо смотреть, как вам обыграть. Ну, тут еще и длина до колена, которая никак не подходит. Я говорю, этому не берем. А я сказала, что мы не берем. Прикольные футболочки. Кстати, даже неплохой. Ну, состав-то по-любому у нас хлопок, да, 100% хлопок. 1799 рублей. Цветовая передача классная. Это если мы уже купили базовые, это 999 рублей. Здесь, помните, да, 6 видов футболок, 6 цветов. То уже можно вторыми брать, пожалуйста, любую из этих, которые будут акцентом. Под эко, кожу. Такие два варианта. Я говорю, все равно по квичкам быть. Смотрите, что правильное, но деление именно что не делит вас пополам, а белый мне очень нравится, за счет чего, что ваш акцент всегда будет возле лица освежать вас. Мне нравится. Ну, вот это вот молодежная вся тема, и ее тут очень много. Вот, разного формата. Вы видите, помните, я говорила такое, нет, это кофти. Здесь это такие, знаете, такие медвежатки, зайчатки, назовите их как хотите. Но для взрослого человека я скажу, что не берем. Для молодежи, которая сейчас в тренде, они любят такие вещи, конечно же, они будут носить. Но кому за 25, то я однозначно рекомендую вкладываться в вашу базу. Осторожно, вот цвет мне нравится. Тоже прикольный. Опять-таки, понимать, что подходит вам, что по вашему образу жизни – это раз, что подходит под ваш гардероб – это два. Ну, если вы не знаете, что подходит вам, Ксения Болилова вам всегда в помощь. Тематика Marvel, все, что связано с киношками – это сейчас очень актуально, на пике популярности. Если мы уже вложились в нашу базу, которую вы видели до этого, в джемпера, свитера, то я советую для разнообразия, для именно того, чтобы ваш гардероб играл разными красками, то рекомендую. Вот какой, как вы думаете, какой бы я себе выбрала? Та-дам! И это правильный ответ, да. Видите, насколько я понимаю, что мне будет подходить идеально. Красный будет добавлять, признаюсь, на моем лице разные пятнышки. А данный, он наоборот, сделает меня еще ярче. Я говорю, этим вещам берем. Та-дам! Просто здравствуйте, почти мы все в полиэстерии. Посмотрите, как может даже юбка, которую удлиняешь силуэт миди, сделать вас не самой симпатичненькой девушкой за счет своей фактуры. Поэтому осторожнее с такими вещами. Знайте и понимайте, что может вас украсить. Не берем. Посмотрите, пожалуйста, какая классная жилетка. Сразу видно, что состав прекрасный. Вискоза, большая процентность. И цена вопроса 1999 рублей. Мне однозначно нравится сейчас Бифри. Я рекомендую, но рекомендую Бифри приходить со стилистом, чтобы вы знали, что подобрать, какой вы будете красоткой, как можно, знаете, как превратиться еще в лучшую себя,
Ну и, конечно, хочется вам еще добавить. Я не все вам здесь показала. Я обязательно покажу, если вы захотите, что подойдет и что есть для мужчин, чтобы полноценно и ребенку, и маме, и также мужчине выглядеть отлично. Но даже если не маме, то, конечно же, девушке. Поэтому рекомендацион. С любовью, ваша Болила Иксю. Пишите в комментариях, что вы хотите, какой магазин увидеть в следующем.